дорогие друзья, с вами Арза, и сегодня мы продолжаем проходить модификацию Hardware Mod 3.2. И в этой серии мы не отправимся по основному сюжету, так как я считаю, что здесь есть более интересные дополнительные задания, которые мы с вами обязаны выполнить. И, к примеру, сегодня, чем мы займемся, так это отправимся на поиски напарника вот с этим вот персонажем, который сидит там у костра. Я пополнил свое снаряжение. Вы видите его на своих глазах. Ну, а мы отправляемся. Итак, вот он у нас здесь сидит. Посмотрим. Да. Я закончил свои дела, пойдем. Идем. Иди молча, если что, я подожду. Возможно, придется немного подождать меня в некоторых местах. Я поищу арты. Но не факт, это все, готов. И он нам дает аптечку. Как вы можете заметить, я прикупил патронов, тем более, что патрон для калаша стоит не очень дорого. Денег у меня практически не осталось. Одна обойма стоит где-то... Сколько же здесь мутантов, господи, на этих болотах? Одна обойма стоит где-то около 1980, по-моему, насколько я помню. Также я купил себе костюм, тот старый выкинул. Этот... куртку шрама, которая вообще ни на что не годна и ни к чему не приспособлена. Этот костюм хотя бы что-то может. Также я его улучшил, чтобы он защищал от радиации хотя бы немного. Купил аптечек, ну а так все остальное по мелочи, бинтов. Ничего, в принципе, больше интересного. Мы тем временем куда-то идем. Я не знаю, честно, куда он направляется и зачем он идет в самую гущу мутантов. Ну, добей ты его, а. Отлично, снорка мы убили. Вообще не хочется тратить патронов, но, как видите, приходится. Так, давайте сохранимся. Очень много всяких мутантов. Так, ты пойдешь с нами? Тебе все-таки дробовик, ты нам должен помочь. Давай, давай, давай. Так, еще. И вон еще один бегает. Ты там с ним уже справишься, я думаю. Ну, иди сюда, ладно. Если... Так, все. Отдача, кстати, у нее достаточно, ну, плавная. Можно погасить. Так, бинт надо съесть. Здесь какой-то сталкер. Чисто не вывез, слушай. Зачем мы сюда вообще пошли? Ведь тебе нужно явно не сюда. Говорил, что ему нужно на южный хутор, который находится вот в этом месте. Ну, ладно. Так, с ножом, интересный парень. То есть он пытался, наверное, трофеи снять с мутантов. Ну, оно и понятно. Здесь тут нет аномалий. А, вот и аномалия. Так, куда мы дальше пойдем? Тихо, тихо. Фух. Особо я не попал в аномалию. Опа. Кабан, да и хорош ты в него стрелять. А, пойдем, все, пойдем. Вот это я, кстати, заметил в этой модификации. Пойдем, все, пойдем отсюда. Дальше. На мне. Оп. Иди сюда. Пойдемте дальше. Ну что ты сел, да? Теперь он так и будет сидеть. А, нет.
мы отправились дальше. Вообще не понимаю, чем мы с ним занимаемся. Мы не идем к ним с ним по одной намеченной цели, а здесь есть еще мутанты. Где? Ну, покажите мне их. Но я никого не вижу, честно. Мы с ним просто бегаем бесцельно по локации, убиваем монстров. Вот зачем это? Причем, что я вам хочу сказать, то что он сам. О, отлично, он отправился куда-то. Он сам может погибнуть. Да-да-да. И это меня не очень радует. Потому что его те же мутанты могут убить. Его зовут, кстати, Прагматик. Так, там вроде никого нет. Здесь у нас это чистонебовцы. Ничего удивительного. Отсюда видно, а так не видно. Понятно. Куда мы с тобой направляемся, друг? Все-таки мы потихонечку идем к этому самому южному хутору, но зачем для этого сделали вот такой вот крюк? Непонятно. Но меня радует, что мы хотя бы продвигаемся, хоть и очень медленно. Давайте посмотрим, кто у нас там есть. И, ну, вроде бы там пусто и тихо, никого там нету. Он опять пошел в другую сторону. Вот видите, вот куда он пошел, скажите мне. Возможно, искать артефакты, но что-то мне не верится. Вот и так будем с ним бродить, петлять. А как бы то ни было, мы пришли на поиск артефактов. Ну, хотя бы какое-то ему есть объяснение. Он ходит по каким-то тропкам. Здесь у нас, насколько я понимаю, кто здесь вообще? Ренегаты. Но непонятно, что почему. Некоторые ренегаты нам желтые, некоторые красные. Вот данные, они ведут себя более-менее дружелюбно. Так, ты пока там давай смотри. Я пока обыщу. Ой-ой-ой. Нет, ну... Тут... Вообще как-то не круто. Чем я сюда полез? Только все патроны... Господи. Сдохну сейчас. Из-за таких-то гребаных плотей. Даже плоти жесткие. Вообще воевать. Отлично. Да, ножиком было легче порезать. Давайте сохранимся, но у нас патронов уже вот не осталось. Все. Патронов практически нет, и все, я беспомощен, ничего не могу сделать. Ну зачем я сюда пришел все-таки? Ну, здесь трупы. Возможно, у них есть что-то интересное. Нет, у них ничего интересного. Трупы как трупы. Так, он уже, кстати, пошел. Опа. А вот тут есть. Это мы все берем. Спасибо. Конечно же, берем. Так, еще чисто небовец, но его уже обыскали. Так, еще один труп вот здесь вот прям рядом буквально. Это у нас ученый. Не, подожди, это тоже считается как труп? Интересно, интересно. Так, он у нас уже остановился там. Сейчас мы его догоним. Так. Здесь у нас тоже есть какой-то труп. Интересно. Интересно. Забираем все, что есть. У нас появляются заметки об этом. На, чем за бодяжек? Жрать охота, писец. Интересно. У них тут нет ничего. У тебя вот, например, может, задания какие-то.
ты не сильно занят. Махнет, махнул со мной. Ну типа. Как у обычных сталкеров. Здесь у нас аномалии. Но был бы у меня детектор, я бы, конечно, поискал. Не радует меня ситуация с патронами. И то, что дальше у нас уже ренегаты недружелюбны нам. А он все идет. Он все идет, и что будет дальше, неизвестно. Так, мы нашли винтовки на натовских патронах. Так, вот эта винтовка просто отличная. В отличном состоянии. По точности она получше будет. Нет, я скажу, чуть-чуть получше. Ну, когда уж совсем патроны закончатся, возьмем ее. Еще пистолет у нас, кстати говоря, есть. Фух. Да, в кустах что-то там неладное творится. Явно. Не хочется мне. Ёлки ж! Охуел! Помоги! Да. Пересохранился я и догоняю его. Ну, вот такие моменты, это, в принципе, нормально. Он может погибнуть в любой момент. Не знаю, почему разработчики не сделали его бессмертным. Наверное, опять же, для усложнения. Но тут очень-очень сложно. В этот раз, кстати говоря, нам попалось СВУ. Зачем она нам? В этот раз что-то как-то все по-другому. Тут там пока мы палит. А пока я никого не вижу. Ладно. Пойдем дальше. Так понял, что... Ты волыны не свети, так, нехрен! Слушай, а ты у нас, оказывается, нам дружелюбен. Понятно. Слушайте, кстати говоря, мы нашли с вами тайник в одном из стилей чистонебовцев. Крутые патрончики на дыбл. Пущай тут потухнут, пока я порешаю. Пока мы их сбагрить и обогатиться. Нет, это у того наемника, которого я, собственно, нашел из СВУ. Так что, видите, они нам желтенькие. Почему они нам до этого были красными, я не знаю. Так, давайте тогда обыщем тайник, что ж делать. Ну, это патрончики, хочешь сказать? Просто винтовка. Странный парень. Ну, слава богу, у нас костюмчик, в принципе, неплохой, поэтому... Радиацию он не сильно выдерживает. А вот эта винтовка, ну, такое себе. Вот это будет получше, особенно если в хорошем состоянии. У нас уже очень много всего, всякого хабара, но патронов, чувствую, нам придется закупать еще больше. Так, тут радиации в воде нету. Давайте посмотрим. Чё нового, а? Привет. Чем могу вам помочь? Ага. А они, видите, как все отвечают? Типа, очухайся сначала. А, в смысле, очухайся, я чё? В нормальном состоянии. Ну, ладно, как хотите. Ты чё встал-то? Мы как бы идем. А он что-то встал. Но мы уже почти... на месте, и следующей нашей точкой будет Южный хутор. Так, давайте сохранимся. Ну, кстати, здесь аномалия, я вижу перед собой. Что-то неохота мне туда лезть, честно вам скажу. Что ты творишь, скажи мне? Что ты сюда прибежал?
делаешь? Ладно, подождем. Просто Неписи иногда видит, к примеру, Снорка, которого я не вижу, он там за стенкой где-нибудь бегает, и агрится на него. Так. Аккуратненько. Мимо аномалии прошли. Ну иди сюда, иди. Все, побежал. Я его спугнул, братан. Пойдем. Не боись. Тут все нормально. Действительно, вроде бы все в порядке. Друзья, наверное, в следующих сериях я буду убирать такое густое количество растительности, вот вы как вы видите у себя сейчас под ногами. Потому что у меня это вызывает дикие лаги, и играть не очень комфортно. И вот мы потихонечку приближаемся к южному хутору. Посмотрим, что нас здесь тут ожидает. Опять он на кого-то сагрился. Все, иди отсюда. Пойдем дальше. Потихоньку. На самом деле задание достаточно непродуманное, в связи с тем, что он может поменять свою траекторию. Один раз он не ушел вообще туда, а там у нас были недружелюбные бандиты, которые нас перебили. Вот, вот так вот, да. Он у нас не бессмертный, как вы уже поняли, он может умереть. И поэтому с этим тоже возникают определенные сложности. Но вот мы вроде бы дошли наконец-то. Здесь, в принципе, никого враждебного нам не предвидится, что очень и очень хорошо. Здесь, полыну заныкать. Кроме бандитов, особенно, ну, ты и нет никого. Ну, типа, привет. Еще если ты от него отбегаешь на определенную дистанцию, он может просто сесть и сидеть на одном месте. Да, вот такой вот он у нас. Поэтому говорю, задание не шибко продуманное. Этим оно мне не понравилось. Посмотрим, что здесь будет. Но он сказал, что мы должны его просто сопровождать. Я думаю, что мы никакого зяблика здесь не найдем, так как он его еще должен будет дождаться. Так. Обязательно сохраняемся, потому что любое может произойти в любой момент. Ну, типа, я слышу. Так, чем могу вам помочь? Ну, стандартная фраза. Что, ты сам не хочешь поговорить? Что расскажешь? Так, что у нас здесь? Может быть, что-нибудь интересненькое найдется? Нет. Что-то как-то не шибко здесь интересно. Так, а тут одна нашивочка. Че? Сходили мы с тобой, братан? Нормально так прогулялись, доволен? Что же расстраиваться? Живы, здоровы и хорошо. Слышь, а расскажи, чем занимается Воля? Ты прям как первый раз замужем. Трудно, что ли? Ну ладно. Мы занимаемся поиском артефакта для свободной торговли и под заказ. Работаем на науку и на богатых клиентов. Сидорович частенько заказы подкидывает от за периметры болототы. Коллекционеров и всяких там разных. Войнушки и местные разборки стараемся не встревать. Кто нас не трогает, к тем и мы не лезем. Хотя мудил желающих разжиться на халяву хватает. Так что обычно зоновская жизня. Поискать да пострелять. Понятно, спасибо за инфу. Что дальше? Покуда буду ждать тут зяблика. Ну, собственно, как я и говорил. Ты, кстати, если случаем его встретишь, скажи, нехай сюда пусть двигает. Да, шевелит поршнями, а то мне тут муторно. Напряжная такая обстановочка. Добро, встречу передам. Вот расчет по договору. Да, если чего, ты попажа, заходи, может, еще поработаем в кучке. Интересно, слушай. То есть можно... Ну, зайду, если не забуду. Понял, до связи. Вот так вот. Выполнили мы задание. Получили денег. Не хочу я стреляться с этими мутантами, потому что я патронов не так просто вообще на нуле. Вы еще предлагаете мне... Так, ну... Одного убило, слушайте.
Хабар-то мы возьмем обязательно. Ныкайся, ныкайся, пацаны! Вроде бы больше нет никого, но они видят еще кого-то, как обычно. Ладно, друзья, я думаю, на этом мы будем заканчивать серию. Эту серию мы полностью посвятили похождениям с прагматиком, но зяблика так, собственно, и нашли. Но зато прогулялись по болотам, поняли, что они из себя представляют. Что же, дальше, я думаю, мы отправимся за Повды, поговорим с ним, посмотрим, что нам интересного расскажет, будем ли мы его убивать или нет. Но это уже будет в следующей серии, так что не пропусти ее, подписывайся на канал, ставь лайк под этим видео. Ну а с вами, как всегда, был Арза. До встречи, сталкеры!